13 февраля на базе детского сада номер 23 «Лесная сказка» стартовали мероприятия, приуроченные году семьи. В рамках торжества были приглашены многодетные семьи муниципалитета, которые поделились со своими секретами семейной жизни. Семья – это главный критерий, поверьте. Цените семью, берегите семью, поверьте. Семья – это сказка. Семья – это чудо и райская сказка, надежность, стремление, опора и успех. Главными гостями мероприятия стали семья Карбудаговых, семья Кадиевых и Курбановых. Ведущие торжества провели для семей небольшое интервью, где они ответили на самые актуальные вопросы, которыми задаются молодые пары, желающие создать свою семью. Так, например, родители поделились семейными традициями, которые важно соблюдать для укрепления семейных уз. Может, это такая обыденность, мы стараемся завтракать всегда вместе, независимо от того, кто спешит, все спешат. Мы каждую пятницу обязательно всей семьей бываем у нее на трапезе. Получается, мама поставила эту традицию, и мы как бы обязательно по дагестанской кухне, у нас день хинкала. Мы обязательно там должны быть. Семья Карбудаговых в браке уже 25 лет и являются самой большой из всех приглашенных. В ней 4 прекрасные дочки и старший сын Исмаил, который является опорой для маленьких принцесс. Он рассказал, как ему удается найти общий язык со всеми сестрами и не допустить конфликта. Сложности возникают только в едином, это когда они не могут разделить меня между собой, так как у меня к каждому периодически любовь, подход свой любви, потому что у них у всех разный характер. И бывает лишь малая сложность только в этом. Желание завести такую большую семью, в которой нескончаемый смех детей, появилось еще в раннем детстве, рассказывает глава семейства Ханапи Карбудагов. Ведь он сам вырос в большой семье, где все поддерживали и заботились друг о друге. Нас много, мы можем любое время обратиться друг к другу за помощью, обратиться можем какие-нибудь вопросы бывают, или праздники какие-то бывают. Когда собираешься, это вот 1-2 человека, это как бы так скучно. Украсили мероприятие своими яркими выступлениями воспитанники дошкольного образовательного учреждения. Они прочитали для гостей самые теплые стихотворения. Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом. Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают путь с добром. Отец и мать, и дети дружные, сидят за праздничным столом. И вместе им совсем не скучно, а интересно в Питере.